Слушай, мы где-то уже рядышком. Неужели не будет грейдера? Я буду удивлен. Да вроде нет. А может и там. В общем, с боем мы прорвались мимо паровозика идиотского. Мы его миновали заставу. Нас чудом пропустили. Я объяснил, что хочу пещеру как бы посетить на полную экскурсию. Они долго пытались понять, что же со мной делать. Говорю, ну что, мне вот со всеми вещами как идиоту на паровозике ехать? Сейчас туда. Они Но в результате все-таки пустили проехать на машине. Я этих спрошу, пещеру что делать. Водопадики. Ходи тоже с ледяной водичкой. Вот мы подходим к Красной пещере. Обошли родник. И подходим с другой стороны. Красиво. Речка, скамеечки. И указателей нету. Что, пещера там? Пещера нет. Нет таблички. Ну, похоже на подъем к пещере. Место красивое. Да, сиди как бы. Вот такая она. Скелет динозавра! Скелет зайчика! Скелет зайчика! Пошли, пошли. Наташа, пойдем, нас все ждут здесь. Да, тихо, тут нет. Черепа всякие. Нормально. Фонарик не взяли. Он не вылезет в пакете. Пойдем по пещере послушать и обосудовать экскурсии. А здесь высокая влажность, капает вода, поэтому при движении не торопитесь, следите внимательно за ступенями, они могут быть скользкими. А также обратите внимание на своды пещеры, они будут не везде такие высокие, как в этом зале. За дорожки просьба не заходить. Вдоль нашего маршрута проложены электрические кабели. И не прикасайтесь к осветительным приборам. Фото-видеосъемку можете делать во время моего рассказа. Если что-то не успеете заснять, мы будем возвращаться по тому же пути. И у вас будет еще возможность попробовать сделать снимки. Итак, мы с вами находимся в Кизил-Хаба, Красной пещере. Такое название она получила по цвету породы, из которой эти скалы состоят. Такой красноватый цвет ей придает окись железа. Это очень прочный, нормальный известняк. Считается, что образовался он на дне древнего океана 150 миллионов лет назад. Это окаменевший песок, все, что там оседало на дно. В дальнейшем уже в силу геологических процессов, когда все это поднялось над уровнем мирового океана, порода начала разрушаться водой тающих ледников, снега, дождя. В общем, все, что мы с вами сегодня увидим на экскурсии, все эти залы, они карстового происхождения, то есть промыты водой. И среди пещер, залегающих в известняке, Кизил-Хаба – одна из крупнейших в Восточной Европе. На данный момент найдено около 26 километров различных этажей, ходов, ответвлений. Вот, ну, а экскурсионная часть, которую мы пройдем, она 500 метров. И заканчивается она перед тем местом, где вход полностью затоплен водой. То есть мы дойдем до первого сифона. А сейчас мы находимся на втором этаже пещеры. Вот эти нижние этажи, по которым мы и будем идти, первый и второй, они предположительно миллион лет их возраст. Они самые молодые. Вот. Ну а здесь при входовой части над нами находятся еще 4 более древних уровня. Они не оборудованы для экскурсий. Вот. То есть они образовались первыми.
Здесь, в этом зале, перед вами реконструкция древнего святилища. В 7-6 веке до нашей эры местные племена здесь поклонялись богу плодородия, приносили в жертву диких и домашних животных. Здесь горел ритуальный огонь, место для них это было священным. Вот. Ну, а сами эти люди жили снаружи, в небольших полуземлянках, занимались земледелием, разводили домашний скот. Ученые по имени пещеры этих людей называют теперь кизилкобинцами. Вот. Ну а мы с вами сейчас спустимся на первый этаж, будьте осторожны. В течение всей экскурсии мы с вами будем все дальше уходить вглубь Долгоруковского массива, удаляясь от края скал. И скоро толщина породы над нами будет уже около 200 метров. Там наверху над нами находится Долгоруковская ила, такая горная степь. Ну и, соответственно, когда идут дожди, летает снег, вода с 10 квадратных километров, она просачивается вниз и собирается внутри пещеры. Поэтому несколько раз в году здесь можно наблюдать наводнение, паводок. Всегда вода приходит с необорудованной части первого этажа, и здесь постепенно все начинает затапливать. До оборудования пещеры, которое началось в 1989 году, в этом понижении хода озеро стояло после наводнения, и оно долго уходило через глину. При оборудовании сделали специальный дренажный канал, который воду выпускает наружу. Но, тем не менее, если воды много, то уровень ее растет, и вот в этом месте устанавливают специальные мостки, чтобы люди могли пройти на экскурсию. Если вода поднимается еще выше, то пещеру для экскурсии закрывают. Несколько раз в году происходят вот такие обычные паводки, но изредка наводнения могут приобретать такую катастрофическую силу. Последнее такое наводнение было в конце мая прошлого года, после длительных дождей. В общем, паводок достиг такой силы, что поток воды полностью перекрыл вход в пещеру, в которую мы заходили. То есть так шла вода. После таких наводнений здесь проводятся ремонтные работы. Температура воздуха плюс 10, поэтому в 3 веке уже нашей эры скифы использовали пещеру как холодильник. На 5 этаже они хранили в амфорах вино, масло, некоторые другие продукты. Археологи обнаружили там осколки винных амфор. Они поднимались на 5 этаж снаружи, есть еще один вход в пещеру. Раньше думали, что это две разных пещеры, верхнюю называли Елькаба, ветровая пещера. Мы сейчас идем по Харамлыхкабе, темной пещере. В одну красную их соединили два симферопольских подростка, гимназиста, Александр Стаховский, 15-летний, и его товарищ Николай Сухоруков, которому было 13 лет. Вот эти двое ребят лазили здесь со свечами, с керосиновой лампой. И вот такие же надписи оставили на верхних этажах. Когда пещеру готовили к экскурсиям, здесь стерли большое количество автографов, чтобы вернуть пещере первозданный вид.
Ну, эти надписи не тронули, поскольку двое ребят совершили важное открытие. Они на третьем этаже нашли узкий лаз, через который проникли из верхней системы сюда, в хоровую траву. Вот. Впоследствии в память об этих двух юных исследователях назвали два зала. Мы находимся в зале Стаховского, ну, на третьем этаже есть зал Сухорукова. Вода проникает через толщу породы, растворяет известняк и выносит в пещеру вот этот материал, кальцит. Из него растут все натечные формы пещеры. Перед вами типичный сталагмит. В общем, вырос он, поскольку здесь тысячи лет капает вода. И вот так капля за каплей кальцит оседает. Ученые считают, что такие натеки растут в среднем где-то сантиметр за 100 лет. А на сломанных натеках можно увидеть, что внутри есть кольца. Они очень похожи на кольца дерева. По ним видно, как натек формировался. У этого сталагмита есть несколько названий. Это гном, плачущий гном, гриб и сердце пещеры. Ну, а мы сейчас с вами его будем обходить. Вы, по возможности, старайтесь к натекам не прикасаться, поскольку это нарушает условия их роста. Водичку лучше, не очень чисто, может быть. Когда в пещере заканчиваются экскурсии, свет здесь, конечно, выключают, тогда здесь абсолютная темнота, как и было сотни тысяч лет. Однако пещера не безжизненная. На верхних этажах сейчас спит несколько видов летучих мышей. Ближе к ночи они вылетят наружу, будут охотиться на комаров, других насекомых. Ну а зимой мыши впадают в спячку на тех же этажах. Вот, там до плюс 15 на самом деле бывает зимой. То есть можно прекрасно себя чувствовать в свитере. И вот так до весны они спят. Некоторые виды висят на своде колонии, да, более 100 особей. Ну, такие виды, как широкоушка восточноевропейская, она спит в щели просто, забившись в щель. Если верить легенде, кроме мышей и небольшого количества мелких насекомых, в пещере живет дух-хранитель, хозяин пещеры. И мы сейчас с вами как раз стоим перед натеком, который так и называется, хозяин пещеры. Если вы внимательно посмотрите, вы можете увидеть лицо старика в профиль, сбоку. Сейчас я его покажу. Вот седые волосы хозяина, вот его глаз, вот это нос и чуть ниже усы с бородой. Вот такое лицо. А по легенде хозяин плачет перед наводнениями, чтобы предупредить людей об опасности.
На самом деле, перед паводком, когда порода насыщается водой, капает гораздо сильнее. В пещере, возможно, и здесь тоже. Ну, а вы можете поздороваться с хозяином. У вас может сложиться впечатление, что раз здесь проводят экскурсии, то эта часть пещеры абсолютно изучена. Однако это не так. Например, вот с этого круглого отверстия начинается университетский приток, ход, который образовался по одной из трещин в массиве. Пройден он пока на 800 метров, и он, конечно, не везде такой узкий, как на входе. Там есть довольно большие полости. Основная проблема этого хода – то, что он во многих местах затоплен. То есть спелеологам приходится тащить с собой туда дайверское снаряжение, баллоны, веревки и продыривать сифоны. Порядка 8 сифонов удалось преодолеть. Ну, что касается воды, вы когда поднимались в пещере, видели реку, она рождается здесь, под землей. Именно эта река, она миллионы лет протачивает породу, образуя этажи. Она никогда не пересыхает. Как я говорил, основной источник воды – это вода осадков, но также и большое количество конденсата, который в теплое время года в пещере образуется. Выйдя наружу, она впадает в Салгир, это один из притоков. Вот. Ну, а мы сейчас с вами ее увидим уже как подземную реку. Сейчас уровень воды минимальный, давно не было дождей. Вот. Это хозяйка красной пещеры, то есть на самом деле сейчас пещера больше напоминает музей, но так бывает не всегда. Вера!
в июле 1825 года по пещере с местным проводником прошел выдающийся российский дипломат, писатель 19 века Александр Александрович Грибоедов. Поэтому галерея, по которой мы шли, она называется Грибоедовской. Об этом событии он оставил небольшие записи в своих дневниках, в которых описывает поездку в Крым. Конечно, света дорожек тут не было, шли они, перешагивая какие-то камни с факелами. В любом случае, дальше вот этого зала пройти было нельзя. До 1957 года пещера на этом уровне заканчивалась, этим залом. Дело в том, что дальнейшее понижение хода, которое находится за вот этими натечными колоннами, сталагнатами, оно было замыто глиной. В паводок вода поднимается до старых этажей и несет глину, ну или камни, если сильный паводок. Здесь была глиняная пробка, и в 1957 году группа спелеологов случайно обнаружила щель, из которой тянул сильный сквозняк. Вы его можете также чувствовать всю экскурсию. Возникает он из-за того, что пещера имеет сообщение с поверхностью через систему голубиной шахты. Воздух здесь не застаивается. Зимой в пещере абсолютно все то же самое, но только меняется направление сквозняка. Он идет вглубь пещеры. Спелеологи заинтересовались, откуда идет тяга, начали ход раскапывать. И в том же году им удалось пробиться в дальнюю часть пещеры. Ну, они обычно копают такой ход, чтобы только пролезть. Поэтому изначально надо было проползать под самым потолком. Ход называли «Три удовольствия». Это такой юмор. Сквозняк в ходе достигал 8 метров в секунду. Уже при оборудовании пещеры этот ход расчистили от глины. Ну, а само это место в честь руководителя группы Виктора Шаманского теперь называют «Горло Шаманского». После того, как ход очистили от глины, отмыли также старые натеки, и вот этот называют мамонтенок. Здесь как будто ухо мамонта, нос, то есть хобот. Итак, в 1958 году радостные спелеологи впервые вылезли вот из этого выступа. За ним заканчивался узкий ход. Ну а там, где мы с вами шли, как я уже говорил, все было забито глиной. Этот зал они назвали индийский. По одной из версий, из-за того, что здесь красные потолки, как в индуистских храмах на Востоке. Ну и здесь находится несколько забавных природных изваяний. Вот сталагмит, бутылка шампанского. Напротив, как будто летающий ящер, птеродактиль. А вот его голова и рядом крыло. Вот нужно отсюда смотреть справа. Дальше по ходу вы увидите сдвоенный сталагмит, чайник или черепаха. Для самых маленьких замок гномов. Чуть дальше слева Пизанская башня. Thank you.
слева в небольшой нише находится причудливый сталагмит. Дети чаще видят Деда Мороза. На самом деле есть официальное название «Сидящий Будда». Справа от Будды три богатыря. Вот они рядом с дорожкой. Мы с вами находимся в академическом зале. Так он был назван в честь Академии наук УССР. В 60-х в пещере работала карстовая экспедиция, одним из руководителей которых был Виктор Николаевич Дублянский. Он одним из первых проник в засеченную часть пещеры. По происхождению это обвальный зал. Считают, что несколько тысяч лет назад при сильном землетрясении здесь рухнули межэтажные перегородки. И вот эти глыбы – это как раз остатки того древнего обвала. Именно в то же время по основному ходу пещеры образовалось еще 6 обвальных залов. По крайней мере, столько известно на текущий момент. Этот самый маленький из них, высота его 8 метров. Самым крупным считается 5-й обвальный, но до него отсюда добираться несколько часов вверх по течению подземной реки, куда ходят в основном экспедиции спелеологов, именно один день. Здесь через весь слот проходит трещина, такой разлом, его можно наблюдать и на километры дальше. Именно вдоль этого разлома образовался основной ход пещеры. Здесь также есть натеки, вот этот напоминает замок, рядом сидят его владельцы. Король и королева на троне. Ну, мы с вами сейчас снова поднимемся на второй этаж и пройдем вот по тем натечным каскадам. Посмотрите, у него есть название «Елка». Из породы.
на фоне, на этом черном фоне хорошо видны чистые по составу натеки. Вот такой кальцит без примесей. Чуть дальше вы увидите, материал даже может просвечиваться. Оборудованная пещера. Со свода нависает самый большой сталактит оборудованной части. Ножка балерины, есть такое название. А если бы мы с вами заплыли за поворот направо, мы бы увидели, что там галерея заканчивается. Свод опускается к воде. Однако пещера продолжается, просто ход идет под водой. Это и есть первый сифон. Глубина реки в сифоне более 2 метров. Сейчас он не затоплен полностью, а есть щель между водой и сводом. И через нее как раз проходит сквозняк, который создает вот эту рябь на воде. За сифоном пещера совершенно дикая, там нет ни света, ни дорожек. И люди для движения, ну, чтобы туда пройти, одевают специальное снаряжение. Гидрокостюмы, там, каски с фонарями. Вот. Как я уже говорил, спелеологи могут уйти туда на несколько дней. Там организуется постоянный базовый лагерь. Туда они несут вещи в специальных непромокаемых мешках. Ну и занимаются там своими исследованиями. Также туда ходят участники экстремальных экскурсий, но они ходят ближе гораздо. Вот. Ну а наша сегодняшняя экскурсия окончена. Если у вас есть вопросы, вы мне их зададите. У кого вопросов нет, можете заниматься фотосъемкой и возвращаться назад. Проверите, как мы запомнили дорогу. Просьба только при фотографировании не залазить за дорожки, это опасно. Вот. Я буду идти последний, если кто-то заблудится, не переживайте, дождетесь меня, и я вам помогу выйти. Все, спасибо, что пришли. Да, это группы, но они до 6 человек с одним инструктором, и они занимают там несколько часов с подготовкой и все. Это предоставляется все, да. Сегодня ожидается. Сегодня нельзя, я уже хотел. Да, ну да, у нас ограниченный комплект, поэтому мы не можем всех одеть, да. Максимум 10 человек. А продолжим? Ну, ближайшая, она около 4 часов занимает, и то зависит от того, как люди идут. Бывает, что людям тяжело, они медленно. А детям можно? Нет, там только совершеннолетние. А вот таких нет костюмчиков. Да. Ну, все. Ну и там подписывают как бы некое соглашение об ответственности там, детям. Никто не отвечает за тебя. Исследование этих пещер. Ну, в первую очередь, это спорт, конечно. Ага. Есть просто физиологическое движение. Ну, она может представлять исследование, может представлять интерес, поскольку это один из источников воды. Не лишнее будет. Но она всегда чистенькая такая, да? В общем, да, пока там муть не подымут, если люди туда идут, они могут муть поднять.
А вообще, да, то есть это как бы мы внутри гигантского... Пить можно, да? Мы пьем ее, да. Только мы берем из озера на первом этаже, там, где здесь посолюди ходят, как могут что-то бросить. А у нас там шланг, он на улицу выходит, обычная вода, совершенно обычная. Естественный фильтр, да? Да, то есть... А животные какие тут жили раньше? Ну, в самой... Не-не-не, в самой пещере ничего. То есть был пещерный медведь, но они все жили вот ближе к выходу. Там были найдены при исследованиях останки семейства пещерного медведя. Такое впечатление, что они их паводок застал врасплох. То есть они погибли все вместе там, в глине. Раньше, видимо, климат был более влажный, и паводки были более частыми. Сейчас они очень, ну так, промыть уже они ничего не могут. Так бы не смогли как-то. Нет, нет, здесь такое впечатление, что не один, а несколько ледников, вот она, шла вода просто без остановки. Может, сотни, тысяч лет. Понятно. Сейчас какие прям повороты. Да, здесь под большим давлением. Это мыло.
пещера. Вот и выход. Пинту вряд ли удастся попасть, так что мы идем в водопад Суухчан. Суучхан. Суучхан. Да, Суучхан. Да. Ты всегда неправильно читаешь название. Вот. Смотрите-ка, это пещера. Это часть пещеры, кстати. Вон натеки. Куда? В пещеру? Ух ты, красота какая! Да мне кажется, это просто. Пещера. Песчаники. Да, нет. Ну что, тут просто? Это пещера та самая. Какая? Нижние уровни. Какие-то от нее остатки. В которые ходили. 100%. Нам, да. Там еще и голубиная пещера есть какая-то большая. В общем, тут можно несколько дней гулять, в принципе, по этому парку. Еще одно больное платье осталось. Много больных платьев. Ты если мне тут понадобится гулять, надо достать всяких пещер. Ну. Угу. Тут оборудованный перильцы, потому, наверное, вверх. Куда эта тропинка еще может идти? А да, вон он. Это аэропорт? Что? Ага. Симферополь здесь. Вот, во, какая красота. Вот. А вот он типа водопад. Ручеек. Ну, красиво. Красота. Вот это здесь находится пещера. Собственно, та речка, которую мы видели, она и есть этот водопад. Врывающийся из скалы. Вот как-то так. А вот он водопад. В растительностях. Вот и папа. Какая прозрачная водичка. Угу. Рыбничок. Прямо на тропинке. В общем, действительно, гора-то вся эта. Водой пропитанная получается. Это всюду течет. Откуда может.